Мне палец. Потому что я вот только буквально проснулась. Я не знаю, что это значит. Приветики, приветики. Что? Идем. Идем на ручки. Идем. Девочка маленькая. Лизочка. Что такое? Что случилось? Что хочу? Что с тобой? Что будем с тобой собираться? Не буду. Зачем? Арман, приветики. Стиралка, ты стиралась, блин. Не пойду, пока собирать ее. Алиса, ты вот на руки попросилась? Зачем? Зачем на ручки попросилась? Блин, только встала буквально. Я только проснулась. Я с настроением. Что мы? Ну, вот тебе муму. Алиса слишком хочет внимания. Я только проснулась, посмотри на меня. Какая красота. Какая красота. Ну, спасибо. Алиса, ну не кричи, ну что ты кричишь? Мяу-мяу. Ты на работу? А, блин, ты, у тебя вообще выходные есть, Арман? Алисе года 3, наверное. Не знаю, это не моя кошка. Подружки. Собираемся на прямом эфире онлайн. Хотя сейчас вообще что со мной произошло? Да я просто поспала. Что со мной могло произойти? Кот не есть хочет. Кот другого кота хочет. Привички. Ой, лучше работать чаще, но отдыхать-то тоже надо, Арман. А я видела, ты там собрался тоже прямые запускать. Я все видела. Это колечко подружка подарила. Мне писали на стриме, что ты мне подарил. Я говорю, да. Арман приехал, подарил. Нет, не в общаге. Алиса, ну что ты орешь? Что ты орешь? Колечко вот. С брюликами, ага. Угу. Конечно. Ты поликантор этот. Сейчас расскажу потом. Я тебе еще так и не рассказала это все. На маникюр? Блин, это вообще нормально накраситься. А то я вообще не накрашена, сижу, как лох какой-то. Нету зеркала. Вообще какая-то сонная, гляньте на меня, это ужас какой-то.
стихах. Хорошо, без проблем. Я, кстати, думала, может, мне выучить сегодня стих рассказать вечером. Но я не знаю. Вот так-то лучше выгляжу, наверное. Хотя мне уже ничего не поможет сегодня. Бонжур. Какой Майнкрафт? Нет, конечно. Мне похоже, что мне 10 лет. Там просто, понимаешь, такая штука очень даже интересная получается. Спасибо большое. Не ту помаду взяла. Только что. Я брала блеск, даже не посмотрела. Это я лох, конечно.